Сбор ученого совета при поддержке ООН в Брюгге в 2001 году расшифровал артефакты племени майя с датой 21 декабря 2012 года как начало новой эры. То есть ничто иное, как конец света. В этот день температура Земли поднимется более чем на 5 градусов, и всемирный потоп с распростертыми объятиями встретит нашу планету. Инструкции по спасению к календарю не прилагалось. Лишь рисунок, который сочли актом вандализма. Но давайте внимательно посмотрим на рисунок. На нем изображены стоящие на волне мужчина и женщина, грудь которой явно не соответствует ее параметрам. Также рисунок сопровождает подпись «Силкониумс». Иероглифом «Силикониум» жители майя обозначали символ «дающий надежду». Они знали, что в будущем откроют материал, который можно будет без вреда вживлять в организм. Этот материал будет отлично держаться на плаву и олицетворит символ надежды на выживание при потопе. До 2005 года, когда факт конца света был оглашен публично, тайна про силикон оставалась секретной и была доступной лишь так называемой элите. Именно поэтому увеличивали грудь таким путем лишь состоятельные люди. Больше остальных испугался Хью Хефнер. Под видом особняка первого плейбоя он собрал у себя дома порядка сотни символов, дающих надежду. Делая вид, что выпускает мужской журнал, Хефнер ежегодно проверяет и меняет претенденток, чтобы ко дню X подойти с наиболее надежным вариантом. Тем не менее, утечки тайны про силикон все равно вбрасывались в интернет в виде порно-сайтов, программисты которых, рискуя своей безопасностью, всячески пытались донести до людей, что силиконовая грудь — это их надежда на завтра. Мы обращаемся ко всем мужчинам. Теперь, когда и вы обладаете этой информацией, не теряйте ни минуты. Открыто говорите своим девушкам, что им нужна силиконовая грудь. Пусть они знают, что вы настоящий мужчина и заботитесь о завтрашнем дне. Рассчитайте ваш вес и объем запасов, которые нужно взять с собой во время потопа. Это поможет в более точном выборе размера при увеличении груди вашей жены. Небольшое весло и любовь всей вашей жизни — вот что спасет вас. Если же у вас большая семья, объясните все жене и заведите любовницу. Полигамия — ваш ключ к спасению.